Соревнование Кубок Абхазии давно стало доброй традицией для юных спортсменов. Каждое лето сотни наших соотечественников и гостей из-за рубежа сходятся на татами, чтобы показать свое мастерство. Данное мероприятие организовано при содействии Федерации дзюдо Абхазии, Управления по делам молодежи и спорта города Сухум и Государственного комитета по делам молодежи и спорта. Его представитель Беслан Корчава приветствовал дзюдоистов на открытии соревнований. Дорогие друзья, дорогие спортсмены, от лица Государственного комитета по делам молодежи и спорту хочу поприветствовать всех участников, гостей нашего турнира. 16-й год мы проводим этот турнир, и все больше и больше участников. Я уверен, что в ближайшие года, в ближайшее время мы вас всех увидим на международной арене. Как вот недавно наши спортсмены, представляя Абхазию, ездили на игры БРИКС в Казань и как себя проявили, я думаю, вы все видели. Теперь будем надеяться, что и вы также себя проявите в будущем на чемпионатах мира, на чемпионатах Европы и на Олимпийских играх. В этом году охват участников весьма велик. Это касается не только возрастных и весовых групп, но и географии. Немного подробнее об этом, а также о правилах проведения соревнований, мы узнали у судьи олимпийской категории Мекзума Алимова. Турнир традиционный, проводится в эти сроки уже 16-й раз. Общее число участников на этот турнир, которые заявились, 280 человек. В первый день соревнуются 120 человек. Соревнуются кадеты трех возрастов – старший, средний и младший возраст. Кадеты соревнуются по международным правилам, а средние и младшие возраста соревнуются по правилам Республики Абхазия. Первый день мероприятия преимущественно был посвящен старшей возрастной группе, но соревнования продолжатся и сегодня. На основе отборочных завтра будут определены финальные претенденты во всех возрастных категориях. Среди уже прошедших спортсменов Артем Газиев, 14-летний уроженец Пермского края, в категории до 55 килограмм. Предлагаем понаблюдать за его схваткой вместе с нами. Кубок Абхазии продлится еще два дня во Дворце спорта имени Сергея Багапша. Организаторы приглашают всех желающих принять участие в соревновании в следующем году. Зрители же могут посетить его в любой день мероприятия с 11 часов утра. Нестор Инавшба, Торник Амичба, Абаза ТВ.